один из лучших памятников в России. Он принадлежит авторству очень известного скульптора и художника Ивана Николаевича Шредера. Шредер был практически всю свою жизнь военным. Может быть, вот такой склад ума, инженерный, точный, не позволил Шредеру как-то вот отступить от особенностей внешнего облика Петра Первого, его фигуры. Он даже постарался сделать этот памятник точно такого же размера, каким был Петр Первый. 120 месторождений сейчас разведаны и используют. А уж, конечно, во всей Корее того больше. Площадь эту мы называем театральной. Здесь находится здание наших театров. Вот прямо перед вами вы видите очень хорошо отремонтированный двухэтажный желтый дом. Это здание бывшего народного училища, а потом мужской гимназии. И построено оно по указу нашего первого губернатора. У нас в Карелии делали три вида, как минимум, металла, причем один из них назывался уклад. Это аналог современной стали. Владели разными методами ковки, даже методом пакета. Когда, знаете, делали изделия самозатачивающиеся. Внутри более такой прочный, более плотный металл, а снаружи более мягкий. Вот. Поэтому Петр Первый все это знал прекрасно, и он именно поэтому здесь стал строить дома. Обычно делался из осины. И осина, она хорошо выдерживает. Она гибкая, во-первых, она хорошо очень отесывается. И 50 лет этот тес исправно служит. Здесь польза, прочность и красота сочеталась между собой. Тес ведь еще имеет такой серебристый цвет. И когда на главке этот тес находится, главка кажется сделанной из металла. Когда мы зайдем внутрь с вами, вы увидите, что вот свет из этих окошек, которые, видите, как несимметрично располагается, направлен именно туда, куда нужно, чтобы это вот место освещалось во время службы. Сооружения, это не современные, это такие, какие были. Некоторые говорят о том, что, может быть, это какие-то языческие символы, типа мокоши, древней языческой, да, богини. Вида. И там кое-где растительный рисунок подлянный.
Вот это первоначальный иконостас, тябловый, там иконы стояли как на полочках. А вот тот, который вы видите, уже более поздний, по-видимому, 19 века. Очень почитаемой всегда была на севере икона Тихвинской Богородицы, Тихвинская икона. Вот она как раз перед вами. Самотеком. Здесь сделана только скважина, а дальше уже она поднимается сама. От 7 до 14 метров здесь скважина. Запаха практически нету, а привкус какой-то вкус такой именно... Железная, да. Реально, вкус металла. Да. Мы чекон. Побежали. Так, где можно... Да, она больше на воду похожа. Меньше железа. Угу. Ладно. Хорошо. Такая, как из родника. Первого не понравился. Забористый. Да, да. Это уже на фоне не то. Не то. Есть такое предание, что спланировал, спроектировал этот храм сам Петр I. И вы, наверное, видите, что в плане он имеет крест. Главка в стиле петровского барокко. Раньше не было здесь звонницы, был просто столб, и на нем висел колокол. И здесь все необычно. Кроме того, что это окантованный брус, вы видите, какие огромные окна стрельчатые. Хотя, если повнимательнее посмотреть, то внизу, под нижней частью окон, там береста. А это как раз традиция. И вот украшен храм поверху такой вот резной. Досочка резными украшениями – это тоже, в общем, дань нашей традиции карельской. Thank you.
170, 168. Что, это на базе 80-ки, что ли? Да, 80-ка есть. И поэтому обрезали мы лишние части. И для безопасности я сделали карканы. Что это 80-ка маскированная? А сколько? Нет, когда ее обрезали, там же сделали уже ее, чтобы каркас, ну, чтобы она не шире была. А сколько? Я сел, начал вот так крутить руль и бьюсь локтем. И ладно, ерунда. Взял дверь, выгнул под меня, и что? А с другой стороны симметрично вторую. Ну, чтобы как бы... Ну, понятно, для дизайна.
короче, здесь останавливаемся. Перед а потом... базой или пересечение линии? Так, и мне переехал, надо, встал, можешь мне помочь? Сейчас. Да, готово? Он сегодня чистит картошку. Руля с машинкой, самого руля. Там вот этой вот жесткой связи нет, там гидравлика. 24. Дим, как? Чего? Впечатление. Как впечатление? Выпустите меня! Туалетную бумагу. Дайте мне свежий памперс!
не дадут. Здесь врулить не дадут. Давайте, расходите. Не выходи, не выходи, не надо, не надо, надо, еще. Давай, прыгай, я потом подвину сюда. Вот так, видишь? Обычно топорик у меня. Обычно. Зачем топорик? Точно. А тоже. Ну что там, кто следующий? Мост не проходит. Мост не проходит. Мост не проходит задний. Ну, зацепится. Верни колеса. Thank you.
секрет нашей большой земляники. Удивить чем-то, конечно, чтобы вам было приятно и... Вы нас удивили. Удивили, впечатлили. Удивили или порадовали. Тогда о чем много говорить? Ваша компания Красного Кира Владимира Петрова Водкина. Мы бы, наверное, начали отметить всех, поприветствовать все команды и вручить от компании «Комплит» небольшие подарки и также от спортивной команды «Авиатор». Thank you.
Получилось все замечательно. В команды, которые заняли первое, второе, третье место, в абсолюте как бы лучшие результаты как раз совпадают. То есть в команде, которая заняла третье место, есть человек, который занял третий результат из всех 30 экипажей. Человек, понимаете, да? Угу. В команде, которая заняла второе место, есть участник, который занял второй результат. Ну и, соответственно, первый принес своей команде. Вот так скажем. Третье место заняла команда «Фаворит». Это Быковский Роман и Драгалин Михаил. За 29 секунд проехали. Это команда. Вот их двое. Они подойдут, это будет отдельное. А, ладно. Да. Браво! Так, второе место заняла команда. Та-та-та-там. Сейчас, мне бы не ошибиться. Тихо. Тихо. Это Воронцов Владимир, Павлов Павел и Антонов Сергей. Проехал Воронцов Владимир. Второй результат в абсолюте из всех. Подождите, а у нас сколько? По три. По инструктором. Конечно. Я с удовольствием. Парни, вы молодцы. Ну и первое место у нас заняла команда. Без названия. Это Игорь Баев, Иван Ганейков Александр. Баева Ивана. Да! Лучший результат. Поздравляю. Остальные. Давайте. У нас на следующей неделе предстоит автомотофестиваль «Гирвас», и мы являемся организатором, в том числе вас приглашаем. Сюрприз. Сюрприз, да. И у нас мы награждаем, категория называется за... Волю к победе. Нет, не волю к победе. За то, что не испортил машину. Да. Это Паршин Дмитрий, он предпочел сохранить автомобиль и не выйти на старт. Пожалуйста. От организаторов автомотофестиваля «Гирвоса». Где Дмитрий? Везде сидел в машине. Везде. И поверь мне, кстати, вот когда сзади сидишь, вот на этой, на крутой горке, намного адреналина я, конечно, больше. Я очень извиняюсь, но нам говорят, что водки нет. Водка есть, да? Я просто так. Это будет фильм.